Приветствую вас, друзья, и сегодня мы посмотрим на игру под названием War Brokers. Мультиплеерный шутан, чем-то напоминающий Battlefield, потому что здесь имеется различная техника, вертолеты, танки и так далее. И игру прямо сейчас можно бесплатно абсолютно запустить в браузере. Как вы видите, тут небольшое предупреждение есть, что могут быть ошибки, особенно в браузере Chrome. Именно сейчас с помощью этого браузера я и буду играть. Ну ладно, надеюсь, что мы не встретим много различных багов и ошибок. Тут смотрите, даже российский сервер есть, 33 пинг. Давайте его и выберем. Правда, игроков здесь не особо много. Погнали, друзья. Смотрите, мы можем тоже кастомизировать своего персонажа. Правда, перевод какой-то не особо хороший, конечно. Пункты. Так, голова у нас пока одна. Пунктов никаких нет. Можно второе оружие. Вторым оружием можно взять РПГ, например. Да, давайте возьмем РПГ. И в первый слот можно охотничье ружье, ну и перевод. Или снайперскую винтовку. Давайте попробуем снайперскую винтовку. Наряд, смотрите, можно выбрать. У нас один пока что только доступен. Герб даже какой-то. И также тут имеется у нас выбор техники. И тоже полная кастомизация. Тут миссии какие-то есть. Ящики, естественно, друзья. Ну как же без ящиков? Можно открыть бесплатно. Да, друзья, можно открыть несколько ящиков бесплатно. Мне какая-то рожа новая выпала. Еще что-то. Давайте посмотрим. Честно говоря, я не вижу отличий на самом деле. И голова стала стандартной. Ну ладно, неважно. Давайте, друзья, заценим. Заценим саму игру. Это главное. Так, необходимо запустить ракеты. А вторая команда, я так понимаю, защищает эти ракеты. Блин, какая-то карта попалась небольшая. О, смотрите, вертолет уже имеется. Так, может быть, со снайперской винтовки бы получилось снять пилота, но рисковать пока не буду. Боже мой, эти звуки, друзья, великолепные. В общем, действительно, игра напоминает Battlefield, только в лоу-поле стиле. И это, кстати, не первая игра, которая пытается быть похожей на Battlefield, так это свои. Смотрите, кто-то херачит, по-моему, вертолет, да. Давайте найдем хоть кого-нибудь, просто какого-нибудь пехотинца, и попробуем забрать со снайперской винтовки. Как прицел-то виляет, как водит его. Мне кажется, лучше надо было все-таки какой-нибудь АКМ взять или что-то вроде того. Какую-нибудь штурмовую винтовку. Так, мансуем. Я слышу выстрелы, но врагов, честно говоря, пока обнаружить не удалось. Может быть, встретим какой-нибудь танк и попробуем с РПГ его снять. Так, ну пока нормально, на самом деле, игра работает. Даже в браузере Chrome. И карта большая. Так, вот. Вот, нам нужно запустить ракеты, судя по всему. Так, о, какой-то бомж. Ну-ка, в голову. Отлично. Хедшот, друзья. Быстренько подбегаем. Блин, я и не заметил, что здесь вода. И теперь я не выберусь. Прыжки тут прямо как квейки какие-то. Просто безумные, друзья. Лестницы здесь никакой нет. Похоже, я здесь навсегда застрял. Так, ну, может быть, получится выбраться. Вот, смотрите. Сейчас покажу класс. Только что прилетел какой-то чувак с неба. На дом приземлился вертолет. Так, а где этот чувак? Вон он. Мне выцепить его не получится, к сожалению. Он быстренько убежал. Так, не попал? Ну, быстрее, блин. Сейчас будет все. Отлично, минус один, друзья. Это тоже очередной снайпер, что ли? Специально, смотрите, повыше забрался. Так, ну я его пока что не вижу. Кто это, меня кто-то херачит? Или это вертолет с пулемета? Работает. Так, вон он, ублюдок. Так, попадаем. К сожалению, в голову не удалось попасть. Сучка. Так, и какой-то косой достаточно чувак нас вынес, друзья. Не успел я запустить ракету. Был большой соблазн просто повоевать с различными бичами. Ну, не знаю, снайперка здесь не особо заходит, на самом деле. Я бы взял ДМР-ку какую-нибудь, но не уверен, что она здесь имеется. Хотя, может быть, охотничье ружье. Это оно и есть. Или это винторез какой-то, что-то вроде того. Так, снова я пока что никого не вижу. Кроме техники, пока что мы лицезрели с вами вертолеты. Больше ничего. Куча мостов опять. Давайте попробуем запустить ракету тогда. А то все бегают как сумасшедшие, стреляются между собой. Игроков мало, да, конечно, надо 16 на 16, например, хотя бы. Это что? О, снова ракета. Летит вообще не... Это управляемая ракета, непонятно куда летит. Пытаются забрать вертолет, но мне кажется, бесполезно пытаться стрелять в него. Я теперь установку этому вообще найти не могу. Честно говоря, вертолет летает, как всегда.
Я немножко заблудился, друзья. О, чувак, как это ФКшит. Давайте его снимем. Чтобы не стоял здесь, не мозолил глаза. Так, где-то здесь я шлялся. Вон. Так, вот, я нашел то место, и здесь абсолютно никого нет, никакого дефа. По-моему, именно здесь мне и нужно запустить. Да, нажмите F, написано. Давайте заныкаемся вот здесь, вот сзади. Можно даже присесть, чтобы никто нас не заметил. И потихонечку можно запускать. Вон там один наш прикрывает, на самом деле. Я надеюсь, по крайней мере, на это. Так, когда я отворачиваюсь, шкала пропадает. Но, тем не менее, мы продолжаем, друзья. Заново не приходит. Да, смотри, действительно, поднимается установка. И сейчас будет запуск ракет. Ракеты, точнее. Но кто-то идет, кто-то идет. Мы видим, друзья. Он пытается нас найти, но мы заныкали здесь. Ах ты, сука! Так, берем... Берем гранатомет, но не попадаем, друзья. Прыжки. Еще один выстрел, ё-моё. Как его разнесло. Так, нормально, нормально, нормально. Снова F, друзья. Надо сосредоточиться. Так, даже пролагала немного игра, но тем не менее. Еще какой-то косой человек нам попался. По имени Егор. Егорка, извини. Но это была вынужденная мера. Блин, блин, нашего убивает, успею я. Это снова Егор, друзья. Ну, твою мать, Егор, отстань от меня. Блин, вот на этот раз я, друзья, промазал. Может, со снайперки? Получится, да? Получилось, смотрите. No scope, MLG. Но, блин, опять заново, и он сейчас снова придет сюда. Это единственный человек, похоже, здесь, кто действительно дефает объекты. Давайте перезарядимся. Так, а нет, смотрите, кто-то еще. Какой-то гость идет, стреляет. Блин, ну я практически запустил на этот раз. Так, его убивают, отлично. Кто-то прикрывает. Егорка на этот раз со спины заходит. И, наконец-то, ему удалось, друзья, защитить объект. Да, но здесь явно снайперку надо менять. Давайте сейчас этим и займемся тогда. Возьмем тогда, ну, АК, я думаю, сойдет. И РПГ, наверное, оставим все. Все, в бой, друзья, посмотрим, как действует АК. Смотрите, тут такой голографический прицел, или как он называется. Блин, снова далеко только бежать. Вот это вот обидно немного, конечно. А, игроков мало, особо стреляться здесь не с кем. Ну-ка, прыжочек. Так, великолепный квейковский прыжок. И мы продолжаем наше движение. Давайте с моста сиганем. Ну-ка, хп я потеряю. Нет, даже хп не потерял. Я, кстати, уже второго уровня, друзья, тем временем. Я слышу, кто-то стреляется, но, по-моему, это просто вертолеты шмаляют в различные стороны. Надо, кстати, уже и технику опробовать. Сейчас давайте попробуем выпустить все-таки ракету, хотя бы одну. Кому-то же нужно заниматься этим. Никто не хочет. Так, снова мы здесь, друзья, никого я не вижу пока что. Пытаются, наверное, они взорвать, например, вертолеты. Так, ну-ка, прикрой вертолет, давай, братан. Сейчас он со спины, блин, подойдет. По-любому. Как и в прошлый раз. Он не таким глупым все-таки оказался. Перестал в лицо мне заходить и зашел все-таки со спины. Так, ну пока что я никого не вижу. Может быть, это наконец-то свершится. Мы наконец запустим ракету. Запустим ракету. Кстати, одну уже запустили. Сейчас будет вторая, смотрите. Так. А вот и Егорка. Тут как тут. Снимаем его. Лоу хп, к сожалению. Блин, прицел какой-то слишком жесткий, на самом деле. Нужен коллиматор какой-нибудь на ближней-средней дистанции. Так, друзья, и мы здесь видим танк, который получает от нас выстрелом из РПГ. Перезарядочка. Тут, по-моему, вышел. Так, сзади, сзади, где, откуда? Я ничего не понял, друзья, но команда побеждает. И куча восклицательных знаков. 6 убийств у нас, 2 смерти и куча ущерба мы нанесли. Технику, к сожалению, очень быстро забирают. Так, танк уже забрали, смотрите. Ну, хотя бы, смотрите, джип. Сейчас опробуем немного технику. Так, я даже, по-моему, попадаю. И неплохо так. С нашего вертолета он пытается улететь. Так, давай, 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 давай. Минус вертолет, друзья. Профессиональный игрок в эту игру. Киберспортсмен, кибератлет. Это все про меня. Так, давайте будем рядом с танком находиться. Там вертолет наш. Упс, извини, мужик. Извини, второй мужик. Какой-то здесь слишком резвый джип. Так, ну вот ракеты. Нам нужно их, собственно, их защищать. Их не запустили. Вот такой вот режимчик, друзья. Ну, неплохо, на самом деле. Очень даже неплохо. Увернулся. Но все-таки меня задело.
взрывом. Вон какой-то чувак бежит. Вертолет приземлился. А у народ есть кто-нибудь? Надо, наверное, дефать... О! Надо, наверное, дефать... Ну, только смотрите на них. Надо, наверное, дефать, друзья. Так. А, мне показалось, там кто-то за пулеметом стоит, но нет, на другой стороне. Это база противника, насколько я понимаю, здесь они спавнятся. Ну, кстати, джип неплохо так работает. С пулеметом, точнее, хамвей. Или как он называется. Чувак, тебе может помочь, братан? Все хорошо? Ну-ка, винтом меня не убьет, нет, к сожалению. Но вертолет, по-моему, попортится немного. Там был даже дымок какой-то. Так, ну здесь никого по-прежнему. Я просто не знаю, где еще одна установка. Там кто-то был? Да, вон, смотрите, еще один джип, по-моему. Давайте попробуем его вынести. Поможем нашим ребятам. Немного прокосил. 500 хп у него остается. О, бомжар какой-то выбежал. И он стреляет просто из АК или из М-ки. Хотя это же все-таки машина, в конце концов. Может, тут можно окна пробивать как-то. Так, вертолет снова вражеский. Блин, технику не разносит на самом деле, и новая не спавнится. Поэтому я, похоже, обречен всегда на этом конвее гонять военным. Здесь больше ничего, как вы видите, нет у нас на базе абсолютно. Хотелось бы на вертолете полетать, например. Вот вражеские быстренько сбивают. Вот здесь это один спавнится, и сзади, по-моему, второй вертолет. Но тут очередь, смотрите, уже на вертолет. Так что, мне кажется, мы не сумеем полетать. К сожалению, может, только на танке. И то не факт. Так, тем временем, смотрите, танк к нам подходит. Надо работать с РПГ, друзья. А это кто? И почему у него цвет розовый? Так, выходим, короче. Берем РПГ. Сбегаем куда-нибудь в спину, в бок. Или лучше в зад. И работаем. Попадание есть? Или нет? Я не снес ему, что ли, нихера? Что-то РПГ так себе дамажит, на самом деле. Либо я не попал, и он успел вовремя уехать. Так, бежим, перепрыгиваем. Мансуем. Вот, сейчас было попадание. И танк, по-моему, насрать. Он даже не заметил, что произошло, думает. Так, быстренько перезаряжаем РПГ. Заряд. Отлично, друзья, но команда проигрывает. Но я все-таки взорвал, по-моему, танк. Я зашел на сервер, где никого нет. Правда, пинг здесь 200. Но хотя бы мы сможем покататься на вертолете или не сможем. Там пилот есть или нет? Так, вроде как нет. Вот таким вот образом, друзья, мы управляем вертолетом. Можно сменить вид. На самом деле достаточно легко, да. Вертолетом очень легко управлять. Это вам не Battlefield и уж тем более не Arma 3. Здесь супер аркадное управление. Стреляем мы вот таким вот образом ракетами. Можем прицелиться. Давайте попробуем, например, в танк попасть. Блин, очень легко на самом деле. Так, попадаем в танк, это, конечно, наш. Не особо мы попали. Даже враг тут откуда-то есть, друзья. Так, ладно, надо улетать. Улетаем, улетаем, снижаемся, за камешек прячемся. Да, ну и не супер у нас вертолет быстрый, на самом деле. Так, снова надо снизиться. Вот так вот, разворачиваемся. А кто это шмалял, кстати? Единственный игрок, наверное, на этом сервере. Да, вон, смотрите, джип какой-то. И что это такое? Бронетранспортер. К сожалению, не удалось в него попасть. Он прячется за деревьями. Тихо-т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 ихо
разворачивается. Попробуем все-таки в него попасть. Где он? Где-то за деревьями крысит, сукин сын. Вон он. Эть! Попаду! Откуда-то в дерево вообще ракета упала, к сожалению. Так, ну все, 70-40 хп осталось, да, к сожалению. Нас подрывает. Вот такая вот игра, ссылку на нее я оставлю в описании под этим роликом. А на этом все, всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.